Всем привет из Варшавы. Меня зовут Антон, и я являюсь представителем компании HR On Group в Варшаве. С нами сегодня в гостях Айбек. Айбек приехал... Айбек, когда ты приехал? Я в сентябре приехал. Поздоровайся с ребятами, я так сразу начал, прости. Привет, ребят. Я приехал в сентябре, и у меня очень много интересных историй. Я все-таки, мы не увиделись после сентября, и как вы помогли, я тут все устроился. Мне тут очень понравилось. Блин, времени у вас тоже не было, у меня тоже не было. А, расскажи, пожалуйста, ты откуда? Я из Узбекистана. Какой город? Наваи. Внутри такой город есть. Город Наваи. Как ты, где ты нас нашел и почему ты там решил, допустим, нам написать? Я нашел вас в Инстаграме. Довольно-таки 500 тысяч подписчиков. Если подписчиков много, конечно же, можно доверять, честно говоря, я думаю. Вот. Я нашел оттуда вас, потом написал. И отзывчивые ребята, вообще менеджеры, которые мне помогли, они очень вежливые. Ну, вообще мне понравился так быстренько этот. Хорошо. Так, ты нам написал, нам надо было тебе открыть визу, правильно? Так. Мне уже, видите, на польском так. Ну, тогда я тебя сразу не узнал, думаю, что это за европеец такой идет нам. Хорошо, открыли тебе визу, сколько ты ждал? Я ждал 2 месяца где-то, и потом сразу же прилетели сюда. 2 месяца, это недолго, честно говоря. Ты сразу же прилетел уже, ну, то есть ты знал, куда ты летишь, что у тебя есть работа, ты едешь на работу и... Расскажи, вот какая у тебя работа была, на какую ты вакансию ехал, сколько ты здесь чем занимаешься, какая у тебя работа? Я вообще вот, когда летел сюда, я вот, мне объяснили, что как, к чему. Я прилетел и сразу меня обустроили на работу. Я работал на складе, да, тоже до сих пор работаю, и зарплата очень классная, по мне видно. Видно. Хорошо, расскажи, пожалуйста, ну вот давай тогда, вот ты приехал на работу на складе, что ты на складе делаешь? А на складе вообще не тяжелая работа. Работа, честно говоря, отгрузка, загрузка, сканируем, и язык не очень-то важен, честно. А ребята есть русскоговорящие? Да, русскоговорящие ребята есть, белорусы, украинцы, там, ну, вообще с этим проблем нет, там языка не очень важен, там поляки помогают, как могут там вообще. Ну, проблем в этом не вижу, и зарплата очень классная. По графику, сколько ты работаешь часов в неделю? По графику работаю 8-10 часов. Вот, там можно выбирать 8-10 часов день или ночь. Там можно тоже выбирать. Никто никого не нагружает, никто никого не загружает. Вообще классно. А выходные работаешь? Ну, выходные там, если хотите, работаете, если нет, не работаете. Ну, то есть выходные тоже оплачиваются дополнительно, и, то есть, ну, какой-то может, но все-таки это выходной день, может, они как-то по-другому оплачиваются? Мне больше могут оплатить, ночь тоже больше платят, вот, выходные тоже, если захотите, никто никого не заставляет, больше платят, вот так. Ну давай расскажи нам про питание. Сколько ты тратишь на еду, какие магазины ходишь и возле, вот где ты живешь, какие магазины рядом есть? А тут вообще проблем нет с магазином, честно говоря. Лидл, Ведренка, Жабки. Жабки это везде, не обязательно, где все равно. Ну, у тебя вот, где ты живешь, возле тебя есть какой-то торговый центр, куда ты ходишь в супермаркет покупать продукты? Да, Carrefour. Ты в Carrefour ходишь, да? Сразу мы оттуда много чего покупаем, потому что, видите, там 100 злотых выходит, там за неделю вот прям вообще хватит на релаксе жить очень. Ну, у тебя получается с зарплаты откладывать деньги? Не помню еще. Ну, то, что ты зарабатываешь, откладываешь? Ну, естественно, столько денег остается. Честно говоря, реально столько денег остается. Вот посчитайте, 600 злотых, 100 на питание. Ну, очень много остается. А куда ты их, ну, то есть просто собираешь или там, может, родителям помогаешь, или как у тебя? Да, я родителям отправляю. Ну, и тут себе на что-то, если надо будет. Какие у тебя цели, кстати? Вот, чем ты хочешь заниматься? Что хочешь сделать здесь? Да, конечно же, можно здесь сделать все-таки бизнес. Там язык, в первую очередь, обучение, язык учить. Ну и больше, и больше. Главное, мне что понравилось, то, что вот тут мотивация очень большая. Прям хочется еще стараться к чему-то. Вот. Видите людей. Да, конечно же, и путешествовать. Виза почти можно по визе путешествовать. Хорошо. В общем, ну, ты молодец, ты доволен, я очень рад. Очень рад за тебя, ты за 7 месяцев такой путь проделал. И я уверен, что у тебя все получится.
А давай нам расскажи про жилье. Что снимаешь, где снимаешь, как нашел, сколько платишь? Жилье я снимаю. Это так случилось вообще случайно. Я на работе работал и встретил людей, которые тоже искали вот сожителя. И мы с другом снимаем одну комнату. Вообще недорого, вообще выгодно там. Сколько платишь? Мы за одного человека платим месяц по 600 злотых. Ну, это будет по баксам, если посчитать, 115 баксов. Вообще нормально. Да, соотношение, как я зарабатываю, это очень мало. Вот, продукты, если сказать, что мы кушаем и как, и людям интересно все равно. Конечно, да-да-да. Как, так как мы из Узбекистана, там зарплата маленькая, мы привыкли по-малому, и тем более мы вдвоем. Класс, молодец, спасибо тебе большое. Спасибо, что мы с тобой встретились через спустя 7 месяцев. Я уверен, что мы с тобой еще раз встретимся, и ты придешь к чему-то еще большему, добьешься еще чего-то большего. Ребят, ну, как видите, все реально, все круто, все возможно. Не бойтесь, действительно, это просто зона комфорта, и все в ваших руках, ну, отчасти и в наших, потому что мы поможем, мы сделаем этот путь чуть полегче. Куда вы к нам приезжаете, у нас всегда есть русскоговорящие, и приезжайте к нам в Польшу, у нас есть очень много вакансий для вас, мы сопровождаем от начала и до конца, так что... Мы сделаем ваш путь чуть-чуть полегче, а дальше вы точно придете к успеху, как вот уже много ребят, которые к нам обращались. И давайте, приезжайте к нам в Польшу уже скорее, мы вас с нетерпением здесь ждем. Друзья, всем пока. Пока, всего доброго, ребят.